Вернуть сельскохозяйственные земли в оборот. На эту задачу сейчас работает весь Краснодарский край. В Анапе одна из точек роста в агропромышленном комплексе – виноградарство. Агрофирма «Южная» вывела в поля технику и людей, чтобы заложить молодые виноградники. В этом году план 260 гектар осенью и 40 гектар весной. Ну, всего на сезон 300 гектар молодых виноградников посадить. Технические сорта – классические – Рислинг, Савиньон, Шардоне, Пино Блан. Ежедневно обрабатывают 13 гектаров сельхозугодий. В землю каждый день попадает 30 тысяч саженцев. Они, кстати, выращены в Темрюке, в питомнике агрофирмы «Южная». Для Анапы этот год во многом переломный для виноградарства. Отрасль получила свыше 40 миллионов инвестиций. И отдача отличная. 2016 год выдался у нас плодотворным для отрасли садоводства и виноградарства. Во-первых, это урожайность, которую мы получили, более 18 тысяч тонн по винограду. Такого урожая мы уже многие годы не получали. Ну и плюс у нас идет активные закладки. Это как интенсивные сады на площади в 100 гектар заложены в этом году. Также мы закладываем виноградники. По плану до конца года будет заложено более 300 гектаров виноградников. И есть неплохие перспективные наработки на следующий год по закладке садов и виноградников. Только агрофирма «Южная» намерена в следующий год заложить еще 600 гектаров молодых виноградников. Весной проведут раскорчевку на полях, осенью – закладку. К 2021 году со своих янтарных угодий инвестор планирует собирать 20 тысяч тонн ягоды.